Вот я, по-моему, вам не показывала никогда. Вот в этих вот гарден-центрах, садовых таких магазинах, вот продаются у них без проблем любые саженцы, любых вот деревьев. Вот в частности, видите, разные сорта яблок, яблоки. Вот они, видите? Они вот даже в цвету такие красивые. Вот мы сейчас посмотрим, сколько это стоит. Вот видите, абсолютно разные они все. Вот. И стоит такое деревце, вот, пожалуйста, 31,50. 31 фунт 50. Вот, можете выбрать любое. Цветы, и они достаточно высокие, эти саженцы. Вот они где-то, наверное, под 2 метра. А тут же вот декоративные, неплодоносящие какие-то. Ну вот они чем хороши, любят их тоже. У них вот, видите, негра называется. У них такие красные листья, если вам хорошо видно цвет. Вот он стоит, видите, дороже даже, чем яблоня. 45. Вот здесь вот груша. Видите, вот. Груша. Груша стоит тоже 35-50. Вот это, кстати, даже не пойму, но, по-моему, это обычная рябина, видите? По-моему, рябина обычная. Вот она, смотрите, сколько стоит. 40,99. Такое дерево. Вот, кстати, береза. Красивая наша береза, белая подруга. Сколько она стоит? Так. 43,45. О как! Так, вот дальше нашла еще яблоньки. Но эти яблоньки очень маленькие. Но зато это другой какой-то сорт. Вот так красиво они смотрятся, видите? Вот они все. И стоят они, внизу написано на горшке, 17,50. И, кстати, вот тоже они обильно цветут, хоть они и маленькие. Но очень обильно цветут. Вот еще, видите, инжир. Вот 12,50. Вот такая вот. Вот такая палочка инжира. Малюсенькая. Вот здесь, ну вот здесь чуть-чуть побольше. Видите, да? 12,50. Дальше. Вот такие малюсенькие кустики малины. Вот они. На рисунке, конечно, они смотрятся очень красиво. Видите, крупная такая малина. Вот этот кустик 7,95. Вот такой вот кустик малюсенький. Вот смотрите, видите, вот я его взяла. Вот он такой. 7,95. Рядом вот, вот это вот 8,95. Это... Боже мой, даже не знаю, неужели это ежевика. Вот деревца груши. Даже уже, вот видите, с плодами, с маленькими. 27,50. Вот такие кусты большие черной смородины. Вот они, видите, вот тоже с цветами. Внизу на горшке 4,95 написано. Здесь даже вон это инжирина. Так, и вот смотрите, что еще я нашла. Вот такой вот кустик черники. Вот она. Черника. И стоит очень дорого. По мне так вот 9,75. Вот такой куст черники. Весь в цвету, конечно, он тоже. Здесь вот дальше обычная малина. Без всяких рисунков. Что за малина, не знаю. Но дешево, 2,95, вот черенки. Здесь вот виноградная лоза. Вот видите, вот. И стоит она 11,95. Вот здесь всевозможный крыжовник.
тоже уже с ягодами, цветущий. Вот стоит он 4,95. Вот тут даже киви есть, посмотрите. Киви такие маленькие. Вот веточки, кустики тоже 4,95. Ну и дальше вот пошли розы. Розы, розы, какие хотите. Вот на картинках. Вот саженцы эти. И показано, как они выглядят и цена. 12,50. Вот всевозможные розы. Видите, вот кто-то спрашивал у меня, пожалуйста, смотрите. Вот такие розы. Но вообще-то обычно они не обманывают. То, что нарисовано на картинке, такая она у вас и будет. Вот эти все саженцы. 12,50. Ну вот можно найти подешевле, видите. 8,49, 9,49. Розы тоже. Кустики такие. Ну ее здесь огромное количество. Выбор любых цветов. Вот желтые, белые, красные, светло-красные, розовые. Вот шиповник даже есть, видите, 9,95, 9,25. Вот, то есть роз, ой, даже вот смотрите, 7,95, красивые. А здесь уже 14,99, вот такие. То есть, понимаете, это на, тут же написано, какие они, какие названия. То есть, в общем, если разбираетесь, пожалуйста. Вот такие кусты лаврушечки, лавровый лист. Странное дело, очень дорого. 39,50. Здесь всевозможные рододендроны всех цветов. Видите, разноцветные. Ну вот они 12,50, 14,50. Я уже не буду подползать туда под горшок. Я уже посмотрела. Вот такие кусты начинают набирать цвет гортензия. 24,50, если вам видно. Дорогая. Вот опять шикарный куст рододендрона. Видите, 29,50. Красавчик, конечно, огромный, цветет, но 29,50 30 фунтов. Кстати, вот опять вот эти вот с красными листьями декоративные деревца. Слушайте, они очень дорого стоят, вот странное дело. Смотрите, 42,50. Вот нашла еще магнолию. Вот видите, такую куст. Тоже 39. Вот такие пальмы. Огромные. В катках тоже, видите. 97,50. Вот такие малюсенькие пальмочки. 19,50. Вот такие розовые гортензии. В горшочках. 17,50. Ой, гвоздика душистая, мимо прохожу, прямо запах. В общем, вы знаете, чего только тут нет. Я вам показала малую толику. Ну вот, хотела, конечно, я начать показать вам саженцы. Но еще захватила кусты. А потом еще и цветы захватила. В общем, вы поняли, друзья, какие цены. Эти все цены, которые я вам назвала, вы же понимаете, они в фунтах. То есть вы должны умножить на 85. Один фунт стоит 85 рублей. И будете знать цену в рублях. Вот уже собралась уходить. Смотрите, увидела, какой цветок. Написано пассифлора. Вот даже нашла нашу знакомую с вами. Вистерия. Видите? 29,50, вот такая лиана, красавица, 29,50, говорят глициния, но написано вистерия.
Здесь огромные клематисы вот такого, посмотрите, цвета. И вот такого цвета клематис. Посмотрите, еще какой интересный клематис. Стоит недорого. 12 фунтов. Вот такие кусты тоже, кстати, с такими красными щеточками. Очень часто можно встретить. Вот, не знаю, как называется. Калистемон. Написано калистемон. И стоит 19,50. Здесь вот белый клематис. 14,95 вот кусты. Но они не цветут, только на картиночке. Ну, в общем, заходи в любой гарден центр и можешь найти все, что душе угодно. Вот фуксия, пожалуйста, красавица. 9,75. Смотрите, я нашла какой необычный. Темно-бордовый цвет у петунии. Посмотрите. Вот не знаю, почему-то любят люди вот такие темнющие цветы и выращивают их. Хотя по мне вот такая розовенькая петунья гораздо веселее. Конечно, каждому свое, но мне как-то вот слишком темные цветы, как-то очень мрачно, по-моему. А эту как зовут, знаете, да? Как она называется? Называется гербера. Всякая разная. Ну, дорого. Вот, так, вот такой кустик. 12,95. Тут даже ромашки, посмотрите, продаются. Ну вот, пожалуй, друзья, и все. На сегодня я показала. Это, наверное, такое специфическое видео для любителей цветов. Для садоводов и огородников. Примерно вот спрашивают у меня, просят какие-то цены, чтобы знать разные. Ну вот я небольшой обзорчик. Это в любом садовом магазине. Где-то больше выбор, где-то меньше. Ну вот этот шикарный магазин. Опять Томас называется. Здесь всегда огромный выбор. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Берегите себя. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока.